13 сентября в России состоялся единый день голосования. В Астрахани прошли выборы муниципального уровня. Избирали депутатов Гордумы. Явка на избирательных участках города составила 16,36% или 61 589 избирателей. В горосбиркоме заявили, что это самая низкая явка за все время проведения крупных выборов в Астрахани. Тем не менее, без нарушений не обошлось. В МВД принято 27 заявлений о нарушениях, в том числе о вбросах и наличии на избирательных участках двойных списков избирателей. Всего на выборах по области работали 942 наблюдателя от кандидатов, 66 журналистов и наблюдателей от 13 сентября. По данным избирательной комиссии, поступали жалобы об опечатывании урн для голосования без предъявления к осмотру на жалобы на запрещение фото и видеосъемки, передает Кавказский узел.